Не купили Lexus LX 570 10 лет назад? Фатальная ошибка. За 10 лет автомобиль почти не потерял в цене, а за последний год даже подорожал на 25%. Находясь на заднем ряду данного автомобиля, можно свободно вытянуть ноги, а также отгородиться от внешнего мира, просто закрыв тонированное окно. Мощный двигатель V8 свободно ведет эту махину по любому типу дорог, начиная от трасс, заканчивая лютым бездорожьем. Водитель этого красавца тоже не остался в обиде. Ему предлагается на выбор куча разных настроек. Что по высоте, что по скорости, что по комфорту. Подъем. Пуск. Рулем данного автомобиля чувствуешь его мощь и спокойствие. Его все уважают и пропускают. А большие зеркала и 3 обзорные камеры внешнего вида позволят легко двигаться даже в узком пространстве. Заинтересовал данный автомобиль? Понимаю. Хейтеры, люблю вас.